эксклюзивные электрические чайники Бион, проточные, настенные, термосы. Здесь использованы никелевые и кристаллические теплоэлементы. Энергосбережение 50%. Да, что напоминает что-то, да, такое название вы уже видели, молодцы. Конечно, Бион. Конечно, эта замечательная фирма выпускает чайники, равных которым просто нет. Вот представьте себе, что здесь вода дважды не кипятится. Она поступит вот сюда, кипяченая, а все, что в емкости, останется не кипяченой. А знаете, за сколько секунд вскипятится чашечка воды? За 2. Не верите? Легко. Пожалуйста. На раз и два будет полная чашка. А еще хочу сказать, что у этого чайника вообще все особенное. Полностью автоматический нагревательный элемент. Всего одна кнопка включить и выключить. Очень прочная продуманная конструкция двойного корпуса, которая выполнена из ударопрочного, легко моющегося пластика. И очень удобный съемный цоколь, который позволяет помыть это все внутри очень быстро и безо всяких проблем. Здесь нет никакого окисления, здесь нет ничего вредного, что могло бы попасть в ваш организм. Готово. И вскипятилась только эта чашка воды. Все остальное остается холодным. Здорово? Ай, какая прелесть. Заварим чай. Конечно, заварим. Это ж легко и просто. Вот столько здоровья вам желаю, сколько чая в чашке. Еще хочу сказать, что чайники, которые выпускает эта компания Бион, они уникальны тем, что они могут быть настенными, они могут быть настольными, они могут быть термосами. Здесь настолько хорошо разработаны все эти функции, что вот этот вот чай, который вы можете вскипятить весь чайник, пожалуйста, он будет хранить температуру несколько часов, ожидая хозяина, когда же он придет на чашечку чая.